сорт острого перца Каенский оранжевый. Этот перчик относится к виду капсикуманум, разновидность каенского перца. Вот такого, смотрите, вот оранжевого цвета. Это довольно редкий вид. В основном встречается каенский красный. Вот. Он созревает вот от зеленого до оранжевого цвета. И в полной спелости вот он становится такой темно-оранжевый. Этот перчик уже у меня перезрел. Ждал очереди для съемок. Я не стал его срывать. Высокоурожайный сорт. Очень большое количество плодов. Плоды могут достигать до 15 сантиметров в длину и 3,5 миллиметра в толщину. Этот перчик пригоден для выращивания как в открытом грунте, так его можно выращивать и в теплицах. Кусты могут быть довольно высокие. Высота куста может быть достигать до 50 сантиметров. Это высокоурожайный сорт. Срок созревания у него от 105 до 115 дней. Растение очень плодовитое, очень большое количество плодов у него. В этом году у меня все перцы очень маленькие, за счет того, что были заморозки, 2 месяца было холодно, и вот такие вот перчики все стали низкорослые. При хорошей агротехнике с одного куста можно снять до 30 перчин. Перец, смотрите, какой красавец. Когда он не полностью зрелый, он довольно плотный. Когда он созревает, он становится тоньше и пригоден как для консервирования, так и приготовления с него порошка. Если кто любит острый порошок добавлять в картошечку, в рыбку, это перец просто незаменимый. Острота такого перчика от 30 до 50 тысяч сковелей. Это довольно острый перец. Он, я еще раз говорю, высокоурожайный. Он неприхотливый, можете выращивать его в любых условиях, ему без разницы. Погода, если дождливая, к примеру, как примера Западной Украины, в основном там постоянно идут дожди. Когда прохладно, когда очень жарко, как бы в любых условиях, и он будет давать вам большие урожаи. С него получается шикарный порошок, вот такого вот оранжевого цвета. Так что перчик можно срывать даже еще биологической спелости. Вот такой вот. Он как бы зелено-оранжевый. Он хрустящий, более сочный. А когда же переспевает, он немножко подсыхает. И вот получается, вот сейчас я с другого куста сорву. Я вам покажу. Вот так вот рядышком здесь кустик. Вот смотрите, какие перчинки бывают. Так как кустики у меня невысокие, видите, кончики у него врузают в землю. Вот такие вот перчиночки. Вот он созревает от зеленого и потихонечку становится оранжевым. Очень хороший сорт. Если кто любит перец каенский, консервированный, либо моченый, этот сорт незаменим, ребята. Подписываемся на наш канал, ставим пальчик вверх, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить очень большое количество видеороликов, которые будут посвящены томатам и перцам. Если кто любитель перцев и томатов, подписываемся и наслаждаемся новыми видео.